Приветствую. С вами SCP-049, также известный как Чумной Доктор. В этом видео я побуду вместо хозяина этого канала, так как у него кое-какие проблемы, и он попросил меня побыть сегодня на его канале. В этом видео я буду отвечать на вопросы, которые вы задавали Монку в видео Ask в честь 150 ежат. Отвечать я, конечно же, буду от лица автора канала. I'm the cure. Поехали. В каком городе ты живешь? Я живу не в городе, а в селе. Могу сказать только то, что я живу в Украине, а вот где именно, не скажу. Кто таков? I'm the cure. Сколько тебе лет? Совсем недавно, 15 сентября, у меня был день рождения, и мне исполнилось 17 лет. Как звать в реальности? В реальности мое полное имя Григорий Валерьевич Сталкинов. Какое твое любимое животное? Мое любимое животное – это еж, так как Монк является ежом. К сожалению, это все вопросы, которые были под тем видео. Больше их не было. Но я отвечу на вопрос, который был под видео Ask для Монка и Монастика. Вы братья? На этот раз я буду отвечать уже от своего лица. Нет, Монк и Монастик не братья. Так как Монастик является второй личностью Монка, они никак не могут быть братьями. Что вы любите больше всего? Больше всего Монк любит молиться Богу. А Монастик, он больше всего любит брать тело Монка под контроль, когда тот снимает крест. Сколько вам лет? Если ты про персонажей, тогда Монку 20 лет. В этом году в декабре ему будет 21 год, а Монастику неизвестно сколько лет. Ну а если ты про автора канала, тогда ему 17 лет, как я уже сказал. Кто из вас больше злится? Конечно же, Монастик, так как он вторая личность. Вы боитесь демонов? Вообще-то Монастик демон. Как он может бояться своих собратьев? А вот Монк боится только тех демонов, на кого не действует крест. Что ж, на этом мое видео подходит к концу. С вами был SCP-049, также известный как Чумной Доктор. Подписывайтесь, оценивайте и комментируйте. Всем удачи и всем пока!